И вот так вот нас прям выбрасывают в игру. Никакого меню, ничего нет. Прям сразу играй. Действительно логично. Зачем там нажимать новая игра? На, играй сразу, сразу играй. Ну ладно, пусть будет так. Всем привет, с вами Пашка, вы на канале Такие Дела. Значит, мы начинаем сегодня проходить игру Dead TV. Дыхание собаки реально очень сильно раздражает. Давайте мы... О, вот так гораздо лучше. Возможно, даже сделаем options и... Вот так вот. Так. Окей. Так, отлично. Значит, давайте почитаем описание этой игры. Еще раз напомню, называется Dead TV. Шутер от третьего лица с красивой графикой и хардкорным геймплеем. Ну, давайте посмотрим вообще, из чего эта игра слеплена. Ну, из ерроров. Для начала, когда мы выходим из главного меню, у нас тут сразу ошибочки. Ну ладно, давайте сейчас мы ее перезапустим. Так, значит, мы продолжаем. Мало того, что нас выкинуло вместе с какими-то бочками, так еще и... Это собака. Собака, конечно, прикольная, не спорю, но хватит дышать. Это немного раздражает. Нам надо вроде сражаться с теми кубами. Сколько я понял. Да-да-да-да, они пытаются нас убить. Когда они начинают крутиться, это значит, что мы их убили. Отлично. Так, мы уже справились с двумя. Мы такие молодцы. Ладно. Это явно какой-то реальный артхаус. Непотребный. Давай, экшн-шутер. Это что такое? Чемодан? Почему мы не можем взять этот чемодан? Ну ладно. Так, ну, видимо, с роботами мы разобрались. Посмотрим, что здесь вообще еще есть. Это парень без головы. Замечательно. Давненько. Ух, здесь можно даже прыгать, охренеть. Ладно. Кстати, заметьте, ноги героя, они по физике наступают на землю. Что приятно. А вот это что такое? Вид в воздухе висящие. Непонятно что. Дом изнутри. Замечательно. Так, через шифт вроде можно быстрее бегать. Угу. Интересно, давайте сходим туда, посмотрим, что это. Это замечательно, конечно. Такая фигня. Зачем это было делать? Ох, ох, как FPS проседает у этой штуки. Ох, нельзя к ней подходить, я понял. О, столы. Что это такое? Какая-то фигня, непонятно. Что сейчас... Создатель хотел этим сказать, нет, все, уходим отсюда. FPS не радует. Ох, шутки артхаус. Господи, аж голова заболела. Так, нельзя в это играть. Очень страшная игра. Ладно. Но главный герой вроде ничего. Анимация, конечно, ужасная. И заметьте, задница его не двигается вообще. То есть наша камера явно к ней приклеена. Ну ладно. На этом спасибо. Что здесь вообще произошло? Непонятно. Вот это что такое? Какие-то пятна. Давайте по ним походим. Не ясно. Чуть вертолет перевернут. Это жесть какая-то. Создатель игры просто пришил. А так я напихаю в нее просто все. Все, что есть. И это что такое? Теперь мы гиганты ходим по мосту с машинками игрушечными. Нет, согласен, не, все, что мне нравится, это то, как ноги стоят. Смотрите, они красиво, прям на объекте. Молодцы. Тут ничего не скажешь. Это что такое? Эффект воды. Ух ты, очередная сфера. Так, здесь вообще умереть-то можно? Я не уверен. Так, надо... 4 патрона, видимо, перезаряжаться я не могу. Зато могу так тратить... О, охренеть, мы умерли. Чего? Нас убила сфера. Ну и что, вылетим? Нет. Почему здесь оказались? Там же сюда надо было идти. Дайте я угадаю, я сейчас свалюсь. Да. Это такие местные автосохранения. Охренеть вообще. Зачем вообще сюда пришел? Кто мне скажет? О чем вообще эта игра? При чем здесь звуки города? Ездить этих машин? Зачем сюда впихнули? Звуки взрывов. Ля пародировали Battlefield какой-то. Даже не знаю, возвращаться ли нам туда, или зайти со стороны скал. О, господи. Пиу, пиу, пиу. Американский флаг поваленный огромный. Охренеть. Зачем вы это делаете? Ага, прекратите. О, жуть какая, там еще
некоторые полигоны друг на друга наложены. Зачем? Неужели так тяжело это отследить? Увидел, что в игре что-то так мелькает. Ну все, и убрал это сразу же. Это Unity, блин, он так легко подцепляет Blender, что... Считай, прям в игре сидишь и прям там же модели меняешь. Так, теперь мы играем в симулятор скалолаза и упали. Это что было сейчас? Залезли на скалу, упали, замечательно. О боже, нам теперь бежать там часа два. Блин, убрали бы эти дурацкие эффекты, реально, от них только хуже. От них все лагает, FPS проседает просто конкретно. Без них он 60, как и должен быть, а с ними он около 10. Отвратительно. Так, больше я скал не хочу, скалы нас убивают. Пойдем к шарам-снайперам. Шары-снайперы, боже мой. Я вспоминаю описание. Это, конечно, красивая графика. Шутер от третьего лица. Хардкорный геймплей. Почему эта тарелка в воздухе висит? А вон та почему? Даже это, даже артхаус не могу сделать нормально. Ладно. Ладно. Блин, вот я чувствую, старались они над персонажем, это единственное, чем они старались. Но, блин, и то получилось фигово. Меня через стены бьет. Меня бьет через стены. Друзья, здесь что-то не так. Так, тихонечко прокрадываемся. Давай, где-то вон там. О, теперь мы стреляем, отлично. У нас патроны сейчас кончатся такими темпами. Так, одну мы убили. Ладно, хорошо, хоть мы продолжаем. Серьезно, вот это единственный плюс. То есть игра не начинается заново, а то это было просто мозговым. Но почему я появляюсь именно здесь? О боже мой. Ладно, давайте сделаем небольшую фишечку. Наша любимая рубрика. Ну как рубрика. Эффект, так сказать, эффект Бенихила. Во, будем так это называть, эффект Бенихила. Ладно, сейчас мы тебя сделаем. Патронов больше нет. Печаль, что могу сказать. Вот здесь подствольник. Получай. Так, мы убили девятерых. Отлично. Мы можем двигаться дальше. Сейчас еще какой-нибудь шар-снайпер и все. И это конец. Блин, сохранение бы не дали бы. Заберись. Где там? Я же вас убил. Не, сейчас патрон нельзя тратить зря. Ты что, мимо хотите сказать? Я явно попал. Ну вот, теперь точно попал. Так, ну ты что, не можешь перепрыгнуть? Что это такое? Ладно. Так. Еее.
Я убил уже два шара. Тихо. Не взорви меня. Хоть бы патрончиков где найти. Если с одним хп еще можно жить, то без патронов жить нельзя. Особенно с данными шарами. Так, это мы сделали. И это хорошо. Там какой-то эффект опять очередной. Боже мой, зачем это надо? Так, ну патронов у нас больше нет. Все, это печаль. Что мы должны здесь делать? Прыгать? Нет. Как-то наверняка можно пополнять боезапас. Только я не знаю как. G, H, Tab. Нет, не Tab. Вообще, какие кнопки здесь используют? Какие кнопки ломаны? Не нам лог. Вообще, что здесь делать надо? Что я делаю? Зачем я это делаю? Enter? Нет. Как в FPS-креаторе. Они там любят Enter нажимать. Что, вообще патрон нет? А, нет. Что-то есть. Джинфтар патрон какие-то. Ладно. У нас есть патроны от Клаша. Только еще бы выбрать его. Нет, я слышу тебя. О, хрен тебе. Не убьешь ты меня. Так. Давай. Не ключ, пожалуйста. Ух ты. Мы можем целиться-то? Видимо, нет. Целься. Огонь. Перезаряжай. Огонь. Ты что, не умираешь-то? Огонь. Ура! Чудо. Чудо из чудес. Вот так. Вот так. Нет, либо это стёб над чем-то, либо стёб надо мной, потому что вот это вот... Что? Как? Почему у вас отрублены головы? Почему такое ощущение, что вас сожрали зомби? Не знаю. Я не знаю. Я вижу какой-то ящик, а здесь это патроны. Или сейчас подойдем, это все взлетит на воздух. Нет, это не патроны. Амбрелла. Это здесь откуда? Кто мне скажет? Что я делаю не так? На подствольнику смотрю один патрон, думал перезарядиться. Ну, бывает, ну уже ошибиться нельзя. Может, то зеленое это патроны? Я не знаю. Зачем я это делаю? Зачем я продолжаю в это играть? Почему у нас нарисован калаш, а у нас какая-то снайперская винтовка в руках? Ну, замечательно. Ну вот. Вот и все. Вот и называется отрубить. Это огромные пианино. И огромный шар. Который похож на наших врагов. Интересно. Вот это уже интригует. Огромный враг. Вот эти вот враги, они пострашнее будут, маленькие. Гром-то пока еще нас не пытается убить. Если попытается, то это будет интересно. Причем здесь Амбрелла вообще? Кто-то фанат Resident Evil. Может, нам надо добраться до этого шара? Съесть его? Попытаемся. Вроде те шарики нас не особо убивают. Хотя, я знаю, они еще те снайперы. Читеры. Ладно, я думаю, мы сможем добраться, эти пианино нам не нужны. Обойдем пробираться через скалы. Что-то это затянулось, фигня, параш какая-то. Ну чё, ты начнешь нас убивать? О боже мой. О боже. Что происходит? Ну пытается меня раздавить. Нет.
Нет, нет, хрен тебе, хрен из два. Оно еще хочет стрелять. Ты слишком большой, чтобы убить меня. А я слишком маленький, чтобы убить тебя. О, господи, полетел-то как. Ух. Жесть. Это была жесть. Но зачем это было нужно? Почему именно большие пианино? Нет, согласен, пианино на корню это смешно, но... Ну и что дальше? Допустим, я до сюда добрался, но не стал убивать тех гадов. Ну и что мне делать? Патрон нет, жизни мало. Здоровенного дядьку я убил. Пойдем сюда, ладно. Надо под дикой дозой кислоты в это играть. Тогда, наверное, оно как-то будет получше. Так. Я даже не знаю, чего еще ждать от этой игры. Осталось еще динозавры. Много маленьких динозавров. Такой рейд-босс. И все. Не, на самом деле, где-то пора началась. Предлагаю этим закончить, потому что в игре нет ни смысла, ничего. И здесь надо действительно писать предупреждение. Пока вы не упоролись, в это не играть. Ни сюжета, ничего нет, просто мы ходим по карте и зачем-то расставляем ноги. Нет, серьезно, вы видели, как мы бегаем по скалам? Ну, во всяком случае, это смешно. Ну, мне так кажется. Как Чарли Чаплин просто ходим. Ну ладно, это все фигня. Текстурки говно! Ладно. Ну, просто неравномерно это. Очень глаз режет. Особенно, когда таким делом занимаешься. И почему я сейчас шел по местности и умер? Просто так. Я был, и меня нет. Возможно, это игра о амбивалентности бытия, о том, как не надо делать, не надо жить. В смысле жизни. Или его полном отсутствии. В общем, не знаю. Не надо в это играть. Нет, только не умирай. Ладно. Всего лишь пол хп потратили от того, что упали с высоты метр. Так, а теперь у нас не осталось хп вообще. Чувствую, нас убьет камень обычный. Если мы на него наступим. Заноза. Точно. Чем-то мне этот перец напоминает игру Арма. Поэтому мне сразу хочется нажимать на кнопочки, чтобы камеры вертеть, независимо от того, как бегает персонаж. Ну, наверное, потому что я не играл в другие шутеры от третьего лица. Так что не знаю. В общем, какая-то фигня. Происходит полнейшая фигня. Все как ватное. В принципе... Такое сделать, это можно за минут 5. Нет, серьезно, вы заходите в Unity, немного коверкаете карту, мышкой рандомно водя по ней, скачиваете персонажей анимированных, вставляете их в игру, говорите, что это главный персонаж. Люди там понаписали скрипты вот по типу этого персонажа, готовы спорить, они там бесплатные валяются на сайтах тоннами. Скачивайте модельки на Blender Swap, вставляете прямо в Unity, и все, и игра готова. Ни сюжета, ничего. Мало того, что там внизу калаш нарисован, у меня снайперская винтовка. Да, это все фигня, мелочи, господи, да. С чужой игры своровал, все нормально, своя есть. Получил там 200 рублей за 2 часа работы. В принципе, неплохо. Если тебе лет 12, и ты вот таким увлекаешься, то это хороший старт. Нет, согласен, типа у тех, что тот огромный шарик, это было смешно после того, как мы сражались с маленькими, но, блин, надо меру знать. Ладно, дорогие друзья, спасибо, что были со мной, потому что без вас я бы вряд ли в это смог бы пережить. Ставьте лайки, подписывайтесь. Такие дела.